хамство на дороге, в поликлиниках и транспорте, обманы и воровство, беспредел чиновников. Думаете, вас некому защитить? Мы вас защитим. Просто наберите номер, указанный на карте «Личный адвокат», и получите квалифицированную помощь юриста в любое время дня и ночи. Квалифицированная юридическая помощь теперь доступна каждому. В любом месте и по любым вопросам с вами на связи юрист Национальной юридической службы. Карта «Личный адвокат» – это ваша защита и поддержка 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Прошлым летом мы с женой поехали в другой город к приятелям отдохнуть. А на второй день у меня так сердечко прихватило. Жена сразу меня в больницу повезла, а там не принимают ни в какую. Прописка не та, но у меня еще с собой страхового полиса не было. Хорошо жена сообразила. Сразу позвонила на горячую линию Национальной юридической службы. Там мгновенно ответили. Юрист с этой дамочкой из приемного покоя поговорил. Недолго так. Меня не только мгновенно приняли, но потом главврач сам ко мне приходил извиняться за поведение своего персонала. Обругали в ЖЭКе, не выплачивают компенсацию на работе, не хотят брать ребенка в детский сад или школу. А ведь практически все проблемы можно разрешить с помощью услуги «Личный адвокат», сделав бесплатный звонок по номеру, указанному на карте «Личный адвокат». Ваш личный адвокат проконсультирует вас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Танюш, привет. Слушай, помнишь, я тебе говорила по поводу наследства? По закону все права у меня. Серьезно? Ну, я тебя поздравляю, подруга. А как ты все это выяснила? Ну, как? Проконсультировалась с личным адвокатом. Слушай, да ладно. Ты же не собиралась к юристу идти. Ну, а я никуда не ходила. Мне моя соседка рассказала об одной новой услуге. Личный адвокат. Ну вот, я и воспользовалась. Так, слушай, что это за услуга такая? Приобретаешь карту и звонишь, консультируешься с юристом по телефону бесплатно. Ну надо же, слушай, так удобно. Ну конечно. Не надо бросать все свои дела, куда-то бежать, в очередях просиживать и еще и платить раз от разу. Надо же, слушай, дай-ка я название запишу. Мало ли что в жизни пригодится. Запиши, конечно. Карта «Личный адвокат» на все случаи жизни. Приобретая карту, вы платите один раз, а получаете 12 юридических консультаций. Каждая консультация – это полный ответ или окончательное решение вопроса, вне зависимости от того, сколько звонков вам придется сделать. В рамках услуги вам также предоставят аудиозаписи всех ваших консультаций в вашем личном кабинете. В карте «Личный адвокат» заложены услуги на сумму 40 тысяч рублей, а его стоимость всего 4 тысячи. 10 рублей в день, и ваш личный адвокат всегда с вами. В любой момент, круглосуточно, а также в праздничные и выходные дни, по любому юридическому вопросу. Бесплатный звонок для клиентов из любой точки России. Закажите карту «Личный адвокат» прямо сейчас и получите дополнительно бесплатную письменную экспертизу по решению вопросов наследства.